Игорь Удэ обозначил функции Министерства по семейной политике. Напомним, накануне стало известно, что новое ведомство возглавит Светлана Ермакова, которая ранее была заместителем министра социальной защиты региона. Основными задачами ведомства, по словам Игоря Рудыня, станут создание условий для позитивного демографического развития, укрепление института семьи и повышение нравственности и воспитания нашего общества. Это именно те цели, которые ставит перед регионами президент России Владимир Путин. На министерство ложится ответственность по выполнению показателей национального проекта в части демографии, также вопросы семейной политики, вопросы совместных мероприятий по социальной поддержке многодетных семей и жителей нашего региона.